Продолжается день сегодня. Это у нас 15 июля 2018 года. Мы пришли за клубникой. Очень крупная в этом году везде. Вот я даже покажу сейчас. Вот она. То есть вот на ладошке на моей хорошей крупной. И вкусная. Ну что, Лёва, тебя кружка своя есть? А мне не дали. Не дали, не доверяют тебе, да? Да. Ну что сделаешь? Ты сам заслужил это. Ну и что, какие, Владимир Юрьевич, у них успехи по кружкам? Успехи? Кто сколько высыпал? Ливия 3. Да. Ливия 3. Этот ко мне сюда цикл подошел недавно. Так. Вот эти. Это Полина что? Я чуть ко мне не транспортировала клубнику, так что не знаю. Агния. Оля ко мне приносила. Знаю, Леонид, я тоже не считаю. Олечка, сколько ты кружек уже сыпала? Ну, это третья. Так, Агния, что у нас? Вторую почти не собирала. Ну, так, вторую. Так, Леонида, что у тебя? Я третью. Четвертую? Третью. Третью. Дядя, а там кто в кустах спрятался? Я. Кто я? Леонида, наверное, да? Нет, там Оля вроде. Нет, они вот, серьезно. Это, вот. Оля. Тут все Оля. Угу. Ой-ой. Я насобирал 4 сейчас. Да, у нас так. Ладно, пошел я дальше посмотрю, кто там что трудится. Осторожно, мои цветочки. Угу. Так вот, трава высокая, ягода крупная в этом году родилась. Дождей много было. Комаров, конечно, тоже много. Всю спину искусали. Вот кроты роют и роют все везде. Все дороги спохабили. Зато вон сколько травы различной. Все у Господа. Целебная. А что, им разрешили там лазить? Конечно. Ух ты, ничего себе. Это тебе кто-то высыпал? Ну, мне две кружки высыпало. Кто? Ну, как ее? Брося? Угу. А остальное я? Ну, крупная ягода тоже. На дороге-то зачем кружку кто-то оставил-то? Машина, пои. Ну что ты, Тарасик, покажи свой супер классный. Давай, Тарас. Давай. Давай, Тарас. Хоть ягоды имеешь в себя, хоть тут-то залезь. Руку. Тут надо в ботинках залазить-то. Нет, сказали без ботинок. Я не могу, мне больно. Тарас, давай руку. Нет, мне больно. Подтяну. Тарасик у нас. В ботинках легче. Ботинка зато соскользнешь. Так, ладно. О, бегут уже. Увидали, видимо, что березом лазят. Игнать Иванович, остальным-то разрешено лазить по деревьям-то? Обувши нет. Только разувши, обувши не лазить. Без обуви залазить. А можно попить? Далеко не лазить. До пока нет. А позже. Так, зря кружки здесь оставила. Машина какая-нибудь поедет и все стопчет сразу. Такая крупная тоже. Помолитесь и вперед. Я уже помолюсь, а вот я здесь теперь. Давайте.
Поделся? Надеюсь, здесь ствол крепкий. Полина, помоги ему подняться, ты умеешь. Давай руку, Тима. Так, держи его. Придерживайте. Держись. Фрося, держи его сейчас там, не урони только. Мне к самой еще не упасть. Держишься? Держи самой. Держи его, Полина, держи. На ногу держись. Все, да, залез. Все, держись крепко. Следующий пришедший, держите за мои ноги. А как? Да ладно. А как? Вот так вот подпрыгнул и залез. Давайте сюда. Тима, вот так вот. Друг друга не толкайте, аккуратно только. Кому-нибудь помочь? Фрося, далеко и не затаскивай, пускай он там где-нибудь будет, поблизости. Как сюда вообще залазить? С Божьей помощью, как еще? А слазить-то как? Далеко, да так. Один момент, дайте, я слезу. Только не прыгай. Маша, отойди. Нет, но вы можете слазить, потому что другим-то надо залезть тоже. Слазьте. Уйдите, он прыгать собирается, по-моему. Что? Не требуется. Нужна. А? Там нужны высокие, вымерешь. Да? Такие, как вы, да. О, вы куда там залезли? Аккуратнее. Давай, Тимоша, девочки, вам туда не залезть. Вон Тимофея Владимирович. Тимофея. Так, подожди. Вести ножку, я тебя поймаю. Не-не-не. Лучше не надо. Владимир, это нечестно. Давай. Давай, Тимка. Снимай. О. Тимаша. Сняли. А как спецназ? Скалолаза. Можете помогать, залезть. Скалолаза. Это не браться. Ты, Володя, на второе дерево можно залазить? Все вопросы к начальнику. Тут сучков вот этих пониже нету. Тут вот это вот самое высокое. Вот здесь вот бы было, мамочки, и было бы проще забираться. Ну да. А так сейчас это типа приемы скалолазания. Вот босыми ногами надо, да, и вот зацепляться вот за эти, вот за кору, и вот так вот карабкаться, как пол. Больше никак здесь. В обуви здесь не залезть. Вот они, это реально. Веток мало. Да. Не, Лёва, тут, наверное, тебе не залезть. Девочка, мама, она тоже не залезет. Я пыталась. Видите, высокая ветка. Вот здесь бы было вот еще пару. А просто у нас не делали. Тогда бы можно. Да. Давай-то раз. Давай, что тебе, подсадить? Меня? Подсадить, нет? Вызови. Ну, говори. Можешь? Вот, держи. Вряд ли, думаю, ты получишь. Вон эти на второе дерево уже полезли. Просит с Нестором. О, брось, я нашел. Полина, тебе навряд ли залезть это. Тарася, ну что ты такой-то? О. Все, слезай. Не, все, я слезаю. Тарася, больше на турнике. Висни. Ты совсем не какой-то. А как ты хочешь залезть? Как-нибудь. Тренируйся дома-то хоть на турнике. У тебя дома турник есть? Меня накроешь. Да, есть. Тренируйся больше. Я по твоей тяге. Я помню, я давно. 8 раз подтягивался. Ты меня задавишь тут. Ты не задавай, вот моя мама. Ну и что ты хочешь? Как это? А куда это хвататься? А вот. Вот так. Видишь, ты же не паук. Везет вам. Вон они сидят. Два воробушка. Ну давайте следующий. Следующий. Кто с дерзновением? Есть у кого еще желание? Да, я попробую. Попробуй. А я не боюсь. Не смей, я ловлю. Вы видели, как там крыши где-то считаешь? Младенец там на балконе был, и там прохожие проходят, смотрят, сейчас летит. И они все вот так вот, вот так вот. И тут, значит, он летит, и там один мужчина так раз и прямо его поймал, прям в руки маленького ребенка, двухлетнего.
Не знаю, с какого этажа, но высоко летел. Поймали. Я лезла, папа. Ну чё? Я тоже. Ну, чё? Я, чё? Я. О, так ты залезал уже. Сколько время дрындило ехать, ехать, когда поедем на березу. Вот, сучок, ты по сучку сейчас стоишь-то. Поэтому? Ну, по сучку-то, знаешь, как обезьян, а там вывернешься. Ну, вот так вот, цепляйся, потом долги подбрасывай. Ладно, Виталий, супер класс показывает. А что сахар-то, ой, этот, надо было тебе там оставить. Все свое ношу с собой. У меня одно дерево, на которое мы не могли бы залезть. Игнать Иванович, единственное, кто залез, это Фрося и Нестор. Все, больше никто. Фрося и Нестор сами залезли, больше никто. Это логично. А это не могут, да? Ну, не могут. Ну, тогда уходим. Даже Тарас не могет. Да, конечно. Ну, смотри, Тимошка-то. Ну, Тимофея посадили. Давай. Ногами-то цепляйтесь, не спортсмены. Давай, будет. Во. Так, давай. Давай, давай, Тарас, болейте за него. Тарас, 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 Ни под каким видом. Все, сласти давайте. Только потихоньку сласти. А чья игрушка? Так, уходим отсюда. А мы вас не будем, да? Вылазить. Иди лезь. А вот она. А как чья игрушка? А как туда залезешь? А там сложно, Галина, что там вот это ничего, он высоко. Если вы по скалам лазали, как паук, тогда у вас что-нибудь получится. Я на старину хожу, я скалолазанием занимаюсь. Да, вот кто тут. Давайте уходим, а мы будем лазить. Подождите, насольные, никто из вас не смог залезть. Нет, сори, хвали. Не хвали, суп остался своей сией ушкой. Стойте, стойте. Болеть хочешь? Да. Уходим, сказал Настя. Да, да, уходим. Все, все, пошлите. Ну, сказал, все. Стояли, обнимали и не лазили. Левочка, сказал, все, уходим. Все, уходим. Надо слушать. Надо тренироваться на турниках, ребята. Кружку кто оставил? Забирай. Просто берите по два ведра. Не надо, дома напьемся. Уходим. Уходим. Будем? Все, уходим. Потом дома. Обороться. Все, все. Только подойди быстрее, Тарас, спроси. Быстрее. Давай, куда идешь? Ленинушка, забыла. Все, забыла. Идите, берите свои кружки. Улитка, ты куда? Посчитайте кружки. Вы обещали, что сегодня будем бороться. Пожалуйста, после ужина можно идти бороться. Ура. Куда? Там мы боролись раньше. Да. Давайте, забирайте. Я с тобой. Ты перышки потерял. Перышки вот они здесь у меня. Ну что ты не сказал, ребенок обыскал. Я откуда знал? Я уже перелякалась. Пойдем. Все, пойдем. Все, дома пьем. Идите все. Все, до дома, пошли, вперед. Быстрее, 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 не опаздывайте. А, вы кому говорите, я-то успею. Пока. Кружечку не забуду. Пока. Не забуду. Пока. Пока-пока. С Богом.